нас кто здесь остается в Хамбурге? Просто с ним. Выживающий. Выживающий есть? Нет, я тут с медик. Не, я могу, кстати, остаться. Просто я рекомендую. Где танк? Один хаммер справа, другой слева. Это вообще типичный медик. Сейчас он на морфию себя ширнет и останется. Оба-на. Пуск, СПГ справа. Это выстрел гранатомета был. Или с этого? СПГ справа, СПГ справа. А у нас стрелка нету. Первый. Остановись. Садись кто-нибудь. Высок. Да уби, впереди на час. Можешь выйти? Зажигаю. Да, выходите. Вот бежит убила. Заряжаю. Пехотка в хамвик есть. Хамвик, грузите, сейчас быстро туда подкатим, будем чистить. Ты из нашего хамвика из моего выгрузился. Сейчас. Давайте. Это что, сейчас уничтожу? СПГ сожгли. Еще один пацан, впереди чё? Там живой нет. Стоп. Не, сиди пока. Он бронированный, тебя не убьют. В РПГ-ха кто-нибудь точно не знает. Танк снова, блядь. За СПГ уходил один пехотинец. Мы сейчас почистим танк район. Танк надо вы. Да, понял. Мы сейчас почистим район. СПГ там пехотинец один есть. Может там хаммер на горе. Ну как, нас попали, стрелок был убит. Живые. Можно КВшки слутать. Так, стрел. Пехотинец, выйди. Сейчас вперед начищает. Так, один РПГшник лежит, с него надо РПГ вытащить, снять, отстрелять куда-нибудь вообще в кусты какие-нибудь. Хоть куда. Или ракеты забрать, или еще что-нибудь сделать. Или трубу пусту забрать. Сделаем. Выкинуть в кусты, чтобы ее не смогли использовать. Так, стрелок, ты этого убил или еще кто-то был? Скорее всего, этого. Ой, не надо танк к кустам подъезжать, не надо, мало ли что-то. Танк от кустов, кыш-кыш. Держись, посади, позади. Держись. Прикройте нас, нам полечиться надо, у нас экипаж просто ранен. Сейчас я туда медика выйду. Вас прошу. Где тут Паша? Что дальше делаем? А пока... Так, здесь пока откучиваемся. Сейчас я полечу экипаж. Анализ, внимание. Паш, там сейчас есть несколько. Так, стой. Кто альфа? Давайте к зеленке, к кромке подтянемся. Так, не испытывает. Куда эта зверка ближайшая смотрит? Фин мне вколоть надо. Да. Разрешаю. Уничтожили? Пока по сторонам смотреть. Да-да-да, СПГ сожгли, РПГшника убили. Неизвестно, был еще кто-нибудь. Мы и сами-то подбили. Сука, она как камень выглядит. Да. Как вы не увидели, у вас же там теплак есть. Вроде пока. Если теплак есть. Настройки. А может выключил аздоник. Ты хочешь, чтобы я на наблюдение зашел? Сделаем полностью. Пока меточку организуйте на нас, где мы находимся, чтобы сейчас быстро смотреть это все. Лезем в эту херню. А обе можешь с Пашей связаться? Мрана, по-моему, виделись. Паша на связи? Да. Спасибо. Да, да, прием. Кто там? Лидер что-то где-то пропал, в общем, нам что, на свой... Альфа на свой фронт, ребят, у нас командир пропал куда-то, кто-то не куда. Да, что там, что там? Что там, что? Альфа, что, куда? Сейчас мы и дальше будем сейчас ехать, мы еще не доехали, мы нас раньше приняли. Ой, там альфа походу орудует уже, туда один хамик ушел. А, ну надо это как раз вот наш командир один. Все, он туда далеко пролетел. Тут грузимся. Есть место, Паш? Да, есть. Грузимся, хамики, пакуемся, едем дальше. Едем дальше сейчас. Грузимся, едем дальше. Кто-то был внутри.
Кто там уже с РПГ бегает? Говорили, что выстрелить. Угу. Наши вроде все внутри, поехали. Это альфа. Да сейчас я камешку скину. Я только хрен знает, ази вот откуда, отсюда. Только стоп. Они с правой стороны должны быть. Кстати, в МТВ немного ракет. Вы выкинете их просто эти РПГшки. Там альфа уже ввязалась, будем тут что-то залить вообще. Да нет, что-то мы залипли, если нас отстали. Все нормально. Это они пошу ехали слишком далеко. Одни причем. Ну, мы должны сейчас их догнать. Справа! Залип! Справа, справа! Я не понял, он бежал или что? Чего? Вы живы там? Пизда там. Понял. Совсем все, да? Да, ты жопу. Блин. Ну, чем выбили-то? РПГ, не знаю, выше там. Он в ложбинке был, сидел, гад. А я не слышал даже, как стреляли. Грузитесь, короче, машину. Там еще машина есть задница. Будете симулировать танк. Победа просто 10 из 10. Ну, да. Маша выживает. Решика уничтожен. Да, да, выживы. Наш хаммер взорвали, по-моему. Или это СПГшка горела. Я на связи. Так, давайте пехотка здесь выгружайтесь. Сейчас буду выкатываться и будет жопа. Приходи на место. Там вам лечение требуется, нет? Нет. Давай стрелок. Ты там вот дальность поставь 300 где-нибудь или еще что-нибудь упражнение. Так сойдет на глаз будет. Нет. Так, альфа, вы далеко там? Прямо за хаммером подъехать. Хорошо, мы уже на своей метке, в принципе, мы можем стрелять, давить город, видим отсюда. Окей, мы тогда выдвигаемся, пушусь. Да, вот давай свою тогда чистить. Окей, ну как идем, прям еле-еле. Альфа на связи? Что там по поводу вашего фланга? Да, да. Да, она там на связи. Мы ждем, когда она придет, и будем двигаться дальше сейчас пока что. Посмотрите на бухгуст, как на избинок и подобные фильмы. У кого там теплак был? Ну, я в лесу, ребята. Господа, вы где находитесь? Сейчас сделаю метку. Первый рубеж. Первый рубеж находится, где-то там. Блять, ну куда вы улетели? Вы на хаммере или на чем? Да, мы на хаммере, на хаммере. Метку дал 1-1 браво, это я, хаммик наш стоит там сейчас. Ну и куда вы без меня-то уехали? Была команда грузиться. У тебя есть на чем доехать? Ну, блин. Транспорт есть? Берите его нужен, и наверное, в зеленку, вдоль зеленки едете, с правой стороны зеленка у вас будет. Вы вдоль зеленки едете, упретесь как раз сейчас. Главное за грузовиком, с оружием, там РПГ-щик, по-моему. Еще раз мы с ним нет. Альфа, вы подъехали уже на моей позиции? Ой, вышел прям машина. Альфа, прием. ПЗ, ты меня видишь? Да я вижу, да, жопа. Застрял, да? Ну. О, выскочил вроде. Альфа, прием. Азимут на зону Пьюмы. Какой? Что? Азимут на зону отсюда какой? Отсюда 10, 8, 7. Вон там постройки уже торчат. Вы альфа же, это да? Кап... Да, мы альфа, мы браво. Блять, ну я ж с вами... А где альфа? Альфа, прием. Альфа, прием. Альфа на связи. А вы где? Я командир Альфа в городе уже. Понял. Остальные где?
Справа, без понятия. 270. Перезарядка. Угу. Зеленку можешь заедать. Не надо, там свои, по-моему, бегают. Свои вроде бегают, свои бегают, свои. Альфа, прием. Не идиоты, а. Так, прием из Альфа. Вы прям уже в городе? Я один в городе. Понял, ладно. Так, Альфа, связи с Альфой нет. Будем действовать опять с планом в жопу. Двигаемся, рубеж один, вперед сейчас двигаемся. Проедем буквально 100 метров вперед. Будем сближаться с блокпостом. Есть врага на бункере. На блокпосту, на бункере кто стоит, по-моему. Давай кого-то бункер. Бункер. У кого тип лак, можешь смотреть, можете вы с бункера. На хамбике доеду до рубежа один, остановлюсь, там уже какой-то ориентируюсь. Паш, ну я вижу там двоих со стороны Альфа по лесу продвигается. Двое там есть наши. Понял. Что там, пехота подоспела наша? По мне СВД. СВД. Бункер, скорее всего, с первого этажа. Из 20 этого... примерно. Он не с бункера, он рядом, по-моему, в зеленке где-то. РПГ сзади где-то вообще с пугом. А, человек сзади, за бункер на востоке. За бункером, второй этаж дома за бункером. Окна наши. На деве, да. Тут не в зеленке, на севере. Сильно не расходы сильно так короткими чередами. Вот человек, РПГшник. А от какой? Слева, а справа от бункера? Тоже куда стреляли. Понял. Слепая зона. Правее от окна куда стреляли. Слепая зона. Так, давайте рубеж 2 брать сейчас. Вот сейчас куда прилетели, вот там сюда еще бей. Так, сместиться, наверное, повыше подняться, и как раз будет, наверное. Отлично, да? Паш, не надо на пригорок, не надо, зря тут. Со всех сторон же видно, Паш. Ну, рубеж 2, это получается. Кто по полю схватит? Я, блин. Он снимал все. Я тут... Блин. Паш, ты не начал говорить? Твою мать. Да. Тот сдох сейчас. Это за. Мне прям в башню прилетело. Башу уронили. Да. Как думаете, горит? Ко мне просто мне ходят, ломают меня. Они меня пытаются сломать морально. Весь мой кто? Дом. Кто? Всякого... Кто? Мама, бабушка, отец. Все ходят в мой дом, кто трогают мои вещи, трогают меня. У меня денег стало в 2 раза меньше, чем у меня было в начале дня. Я даже не знаю, как я еще танк вывел, потому что хотел по своей комнате, выносил. Потому что я могу пытать людей выносить. Ты, короче, это запрись на что-нибудь. На руках? Выносить на руках? Понимаешь, я раньше запирался, они мне замок спилили. Так ты это взяли, да? Просто да, проходишь, я. Почему с Альфой связи не было? Вообще не блять, и как меня оккупанту убрать? Вот ты рядом с ним был вообще, ты на него наступил. Паша, вас с первой РПГшки уничтожили? Да, с другой стороны вообще убил. Странно. В меня что-то стрелял со второй. Может быть. Ну, короче, захватили нашу технику и просто... И все, и сзади зашли. Один. Ага. Один. Ну смотри, видишь, как на силу растеклись, в принципе, по лесу. Все правильно, только вот почему с Альфа нет связи, я не понял вообще. А потому что оператор убежал, видимо, туда. Ну, он вообще и в центре все. Прибыл. А Хьюм, он почему не отвечал? Я вроде ору, он был на связи, теперь нет его. Так, антиверку нашу выставил, уже отмутил, понятно. Хитро. А это он и прилетел нам. Я его заметил, не успел. РПГ положил в камеру, что ли? РПГ-ху, да. А зачем? Я сказал, я куда-нибудь вообще... Там и так в МТВ-арке 8 штук было РПГ-шек.
Без моей. Одноразовых? Да, без моей. А, ну, я скинул ее, потому что сильно тяжело, и забрал седьмую. Понятно, облегчил себе задачу, да. Им. Ну, танк приняли, конечно, красиво. Уже, по-моему, не первый раз нам в жопу, да? Вы видите, что все люди ушли из зоны, а нет, один человек прибежал. А в прошлый раз так же было? Оператор просто десятка. А, как у меня горит сейчас, а. Я сейчас просто не знаю, монитор в окно выкину. Питер, ты берешь руками людей и выносишь. Ёп, только что мать мне со своим, до этого отца вынес. Конечно, возвращаются. Сейчас не валяшка будет убить, убить будет. Уже в город зашел. Там мой фанекс бегал полчаса в городе. Полчаса в его, понятно. Там, Конопля у него здесь или что-то у него? Мак. Позовут же, забыл. А, он бежит к конопле. А, оператор, или как-то так. Обидно, танк выбери, конечно, блядь. Да ибо нефиг, он танк пытался. Ага. Я пришел к вам, и уже было бы все. А где снайпер этот хитрый? Махно, что ли? Там где стреляли, там Махно был, я получился. Махно... А то есть он там так и остался. Махно кого-то убил, что ли? Там Махно стреляли с пулемета, ему было насрать, он сидел так же в окошке своем. Я же говорю, Махно снайпер можно лебать. Он стреляет, как метров со ста, не знаю уже. Кто там жует клавиатуру? Приеду. Сверху. Чё? Чего? Оторвали, да? Ничего, просто у тебя залипло. Жуй. Тыкнули его. Сейчас не валяшка будет принимать. Слышит, он слышит, наверное. Да, должен слышать. Как он меня залипнуть-то могло? Как-то странно работает, когда ракета в танк прилетела, то есть умел... Да. Он такой, типа, а что это такое? Ага. Он заметил, да? Должен, да. Ну он видел, да, его, скорее всего, просто неудачный ракурс. Потому что не хотел стрелять. Куда не берет? А сейчас что происходит вообще? Прайс, видимо, с СГС, он как-то долбит. Да, потом в поле. Своим бы еще веселее было. Не то просто. А это уже читы, все, то такое надо банить, когда есть все. Умер. Ну да, мало что было. Кто-то так ходил. Тактично. А у него так рядом бегал. Я кто не слышал. Был? Это Протос был. Он все понял. Я услышал, он вроде бы еще перевязывался. Опа, а что так дофига? И он тебя слышал тоже. Кто убил? Пилот была Хаскарфа. Меня оккупант убил. С пулеметом в открытом. Хрена себе там наших покосило, охренеть. Ты кто так дэмидж, что ли? Что? Зашел. Пёрпл оккупант убил. Оккупант меня повалил. Вот кого-то вот убили теперь. Кто кого-то убил? Пулемет спереди, видимо, это был Аркадий. Оккупант там вообще жестко закосил, он троих нагибает. Чё-то он как-то он далековато бьёт. Чё он через лес как-то нос. Да, чё ты, БХ, Паш, всё. Паш, давай ты свою совесть не возьмёшь, давай админку возьму, забани его. Передо мной не было чистого, интересно, как он увидел меня. Передо мной были кусты, но он меня все равно повалил. Аналогично. Он на подавление стрелял и убил. Аркадий, это явно Хьюмана что-то скинул. Вот Хьюман ты меня мышкой банился, поздоровался, он по тихонку подбегает. По стенкам будет. Видел нашего трупа, короче. Сквозь стенку на голову навелся. Помню, короче, я в КС смотрел. Там типа, чувак так беспалево, знаешь, только сидит, смотрит, подходит, так резко наводится человеку сквозь стену на голову. Не, ничего ты. Зря он куда идет. Не с собой. И Валяшку надо сейчас. За укус первый. Нет, кого-то убивали. Аркадий что ли или кого? По кому стреляет ранги Кута? Якута. Там по условиям разве один талип-то в зоне? Да, понимаешь, это вообще талипов не было в обоих зонах. Ну он, видимо, помахнул стреляет. Он сделал триггер, чтобы люди просто не выходили из этого триггера. Планк подъехал и убил всех. Какая следующая миссия? А, с Доника. С Доника новая, да?
Там что-то звук. Вы решили не говорить, какая просто. Он короче там из какой-то игры запилил брифинг, поэтому типа просил. А Доник говорит, чтобы люди музыку включили у нас на следующий месяц. Типа музыка будет. Я понял. Паша за копирайт забанен, короче, то, что выпилено. А чё, зона не захватывается? Какая? А вот и валяшка. Она может захватилась, она просто не перекрашивается в спектаторе. Так, может, два человека синих надо. Блин, на квадрат. Вообще, что меня завалили. В кого смотрит Махно вообще? В кого Махно смотрит? Он сейчас смотрел вообще на юг. Пусть перит. Вот снайперит и не туда вообще. Как сменить цель, я не пойму никак. Кого я на ракете РПГ? Этих товарищей слушать тут нельзя? Ты а что у вас тут говоришь? Нет, мы не на воде, слушай, прости нас. На ракете от РПГ-7. Надо с Пашей говорить. Паша, сделай, чтобы 200-й канал был. Когда? В каком месте? В каком месте 200-й? Где-то Мухаммер. Меня ты, походу, вальнул вторым. Я тебе в ответку стрелял уже после первого выстрела. Что-нибудь вообще рядом ложилось? Купан, тебе очки захватил. Не-не, не прошу. Купан просто всю команду вырезал. А, да, читы через текстуры, отвечаю. Как вы понимаете, в зонах никого нет. Как ну, задумано. Альфа, в принципе, сейчас не будет втыкать. Пройдет быстро в зону в города, и все будет нормально. Да как так? Без танка не могете, да? Да почему могу? Только связи нет, почему-то непонятно. Красных мало осталось. Инфаркт. Ничего, Купан всех убьет. Ни хрена было больше. Он, по-моему, вообще не поедет. На своих там агрится. А там Гекуты, короче, навелся сквозь текстуры. А кто меня увидел, не видели? А кто меня убил? Выйди, посмотри. Миссия сейчас закончится, будет написано. Или сколько раз. Ну, смотря сколько быстро Паша нажмем далее. Да. Ну, я одного точно. Значит, твоя смерть не напрасна. Я его поднял. Кто-то ребята тупая, где есть еще травы здесь. Одни кускарь, где не траться нельзя. Там не мало. Как ни странно. По своему, что ли, долбит? Чуди. Чуд 220. По купанту. Купанту, да? Да, Купан всегда в этих очках просто. Какое время, блин, не было, какой год, всегда в этих очках. Может, у него просто стайл. Модник. Он водяной, че. Блин, я спектрак. Свободная маска какая. Купан перестал говорить. Через куст прополз, видели? Кто-кто? Окупант. Ну, жидкий, не жидкий. Еще и ноу-клип, короче, ноу-клип, а им ясно. Угу. Так и запишем. Так и запишем. Питер, ты кого-то убил. Видите, он полетел. А, нет, не интернет. А, махнул. Полетел. Вообще туда смотрел. Питер Пен. Я вообще понял, как через окно одним выстрелом щелкнул. Махнул, ты вообще не туда смотрел вообще. О, чуд бежит сейчас через нас. Не то. Ну, ты смотрел, если все время, когда себя переключался, там врагов не было. Люди, подскажите, ну ты нажал экран зеленый. Я видел целую кучу противников, но у меня прицел был неправильно выставлен. Не валяшка, вообще мощь. Я пока пристрелился. Убил? Да, он убил его. Ничего вообще не происходит. Там, по-моему, троих повалил. Это страшно. Я же не говорю, красных все меньше и меньше. Как они вообще находятся где? Отлично, умирают. Нажми в левом верхнем углу на камеру, там есть ночное видение. Выключи. Ты не хочешь напомнить, когда сейчас задачу красных? Задача красных? Нет, ну чтобы они знали, как бы у них задача разрешать зоны. Не, все правильно. А это не по. Не знает, что есть зоны. Что делают этот оккупант с Дэмионом? Общаются, да. Хвастаются награбленным. У кого киллов больше? Угу. У кого ствол лучше? Ну, с РПГшкой на чёткие пацаны. Угу. Чё-то, по-моему, здесь РПГ очень много. Для
ватного М60, который загорит. К нему подойти нужно. Найти по звуку. Тут еще хаммер. От любой палки горит, грубо говоря. Что-то много действительно РПГ и СПГ еще. Кстати, у РПГшников по сколько кумулятивов было? По три у каждого, наверное. Нормально. Я каждого потерял. У меня 7 штук было. Ох, 7 штук. У меня тоже 7 штук было, потому что... Можно пехоту убивать. Да, он это и делал. Ну, блин, кому-то... Выдавил, наверное, вместо кумулятивов. Кому-то стрелял. Да, кстати. Кого-то убил или? По рангику. Вместо кумулятивов много выдать осколочных РПГшек. Серьезно? Чтобы он танки осколочные убивал? Да. Ну раз в грузовик и все. Ну? Кстати, очень читерский, можно с 800 метров убивать. Погоди, это ТБшка, ТБшка выбьет танк или нет? Эх, не добежал. Не добежал? Нет, он живой, да. Живой. Он там, в зоне. В зоне уже? Да, да. Ну, почему тогда не рубится? Два человека. Два человека в зоне? Все добили. Ну, может, надо время. Оккупант его с одного выстрела так. С двух. До этого еще очередь была. Не знаю. А что, убили, да? Нет, он встал и один раз выстрелил и убил его. Добил. Ну, я говорю, а им стоит-то. О, знаете, кто понял, что надо делать? Аркадий. Yeah. Зону пошел. Что надо зону надо защищать? Да он лутать пошел этого убитого. Да он за стеной находится. Ну он знает же по рации. Они же общаются, они же не дураки. Талибы. Общаться с сервера кто-нибудь заходил? Чего? Да. С севера? Да, с севера кто-нибудь заходил. Да что нет, делать Прайс? Прайс пошел на базу вообще медицину брать. Что, забыл ее или что? Кайфует. А? Забыл полутаться. На Аркадию все, походу. Да нет, сейчас пока. Он ответит. Что у него сзади со спиной больше врагов. Не разобрался. С Аркадией понял, что нужно делать? Ну не до конца. Нет, его просто убили он. Живой? Не, вот лечь просто и все. Да не, он мертвый. Да, ну, что прям лечь? Оп-оп-оп, панта сейчас убьет. Или не убьет. Только панта ВХ включена. На этой миссии, ой, Паш, ой, можно ой, было не торопиться. Да. Убили. 36 Марк, минут только... Задобрался на эти РПГшки. Можно было повтыкать еще. Ну, потому что людей было куда задумчиво. Так мы и пришли-то. Вы че не меняли это самое, частоту-то так долго не меняли? Я вас всех слышал, блин, вашу дислокацию. Ну, видно, когда там через весь лес стрелял. Так на базе же. А ты как меня-то заметил? Ты лежишь там на взгорье, да, и бошку чисто заметил? Или как? Я в кустиках там бежал. Кто? Перпл. Почем вот. Читы, короче, оккупант попросил. Короче, ты да, лежал... Меня, дорого. Конечно, давайте отрезал. Лежал на холме 0.39.0... 43 примерно. Он тебе не скажет, да. Ну скажет. Сметана хорошо лежит на лесенке, морды на ступеньке. Сметана? А. А чё, ваш Демьян сейчас не в зоне? Почему они в зону не могут заходить? Шёл наверх, спрыгнулся, наверное. Написано один красный или не красный. Нет, красный. При условии двух синих захват. Тогда захватывать. Один к двум, короче. Ясно, Демьян решил отступать, всё. Ну так он вообще не в зоне. Он в Чернорусе побежал. У нас никто в зонах не было с ним с этого. У нас с обоих зон вообще не вышли. Он забудет с карты, нет, что ли? Какие, вижу такие, вижу люди метки на себя ставят такой, как-то еще. Ты кого-то с остальных зонах. Подождите. А, кстати, у обороны карты были? Они валяшка, походу, сечет. Была карта у нас. Ага. И, кстати, вот я думаю, может... Размен. Красивое все. Завершение. Это получается, Демьян в РПГ в него пустил? Да. Да. Отлично. Вообще просто один к одному. На 200 метров.
Нет, пусть не захватит духа, не тупые, ну, не все понимают, что делать. Давайте ничью и следующую. А что, красная мертва? Да. Да, у нас есть. Ага, победа. Что, она не рубится?